Ирине Купченко вручили Орден Дружбы. Она, гастролируя за границей, отметила небывалый интерес к российской культуре. Это молодежь, которая даже с трудом говорит по-русски, причем меня поражало, особенно в Баку, о том, как хорошо говорят на русском языке. И молодежь говорит на русском языке, хотя в школе обязательного русского нет. Билетов нет за полгода на спектакли российского театра.